Ну что ж, начнем, пожалуй. Да, конечно же, да. Да. За встречу, мужики! Это неповергнутый стяг. Действие началось значительно раньше, чем организаторы закончили свои приготовления. Доброе, хотя и слегка ненастное утро никому не испортило настроение. Толком-то еще ничего не началось, а работа кипит полным ходом. Сопутствующий продукт для достижения самых наивысших спортивных результатов. Ветерок задумал нашу песню своровать. Окна распахнул и бросил листья на кровать. Только я не верю, что есть окна. Наблюдая за подобными действиями, хочу выступить с инициативой. Собирать модели только на соревнованиях. Тогда самоотверженный труд наших ребят не останется незамеченным. She is my baby, she is my я. She is my baby, я. Но ни капли не похожи слезы и дожди. Как в России прекрасны розы, так красива ты. Я не верю, что на свете хватит нот и слов. До конца нам песни эти не сдадут любовь. She is my baby, she is моя. Рекордное количество участников прибыло отовсюду, а некоторые появлялись просто неожиданно. Впервые за многие годы проведения соревнований организаторы оказались готовы к любым перипетиям природы. Никто не ощущал себя мокрой курицей под дождем. Надо, чтобы села. Пусть там лихо бежит на самом. Там две модели. Левая
Слева внизу помеха, а внизу помеха. Начала всплывать, она не слипнула, да? Сейчас утонет. Справа внизу помеха. Ребята, модели утонут. Давай. Доставайте. Модели утонут, ребята. Доставайте. Что, кому вы говорите? Ребята, модели утонут. Сережа, не надо сюда идти. 8-й, 4-й. Да не знаю, я это нуло. Второй. Нет, не слышу, что говорит. Во. 8-й, 4-й. Конечно, возьму. Да ее модель, прижала на подвозе. Лишняя паника. Да нет, ну не хочется. Второй. 30 секунд. Седьмой и восьмой. А нет восьмого, да? Седьмой. Старт. Что такое? Стрел. 8-й.
самые бешеные маленькие лодки. Ком мини-эксперт. Эксперт, потому что самые быстрые. Горка очень быстрая. Судьи, счетчики. Внимание. Старт. Смотри, что это.